пробует, Оксана пробует. Сегодня попробую увеличить губы в домашних условиях. Вот линейка. Сейчас попробуем смерить мои губы. А вы в школе, в раздевалке? Мы не мерим. Перед физкультурой не мерили губы? Это только вы могли. 1,8, я не думала, что они такие большие. В интернете написано, первое упражнение для губ – это «Койот воет на луну». Ай-о! Ай-о! А потом… Второе упражнение. Верблюд жует колючки. Восьмерку. Я такое делаю, стыдно. И третье упражнение. Суслик. Ага, сейчас я подумаю, что я свистеть умею. Это неприлично для дамы. Девочки. Хороший свисток. Хорошо иметь. Девушки. Линейка неправильная. Поменяйте мне линейку.